сейчас, вот если говорить прямо с позиции сегодняшнего дня, то, наверное, нет, потому что президент и министр иностранных дел Лавров заявили, что эта тема снята, и мы больше переговоров на эту тему вести не будем. Но так она была снята еще в 1960 году. И в 1945 она была снята. А потом вдруг возникла, и может и в будущем возникнуть. Мало ли, что какие события тут у нас будут. А я считаю, что это абсолютно неправильно. Это не имеет никаких обоснований. Значит, это не имеет никаких обоснований исторических. Вы, наверное, часто, может быть, слышали, что японцы говорят, что это наша историческая родина, это наша исконная земля, там наши предки. Значит, ну это же неправда на самом деле. Значит, они не могут называть это своей исконной землей. Русские там появились на 100 лет раньше японцев. События на Северо-Востоке Азии, с вхождением Северо-Востока Азии в состав российского государства, они развивались, значит, очень динамично в 15-16 веках. В 17 веке эта линия была продолжена. Но освоение-то шло по северам. Почему по северам? Почему не по югу? По той причине, что реки в азиатской части России текут с юга на север. Они соединяются между собой притоками. И поэтому по рекам, а зимой волоком, значит, продвигались русские люди, постепенно присоединяя это все к России. А кроме того, на юге Сибири все-таки оставались еще остатки кочевых племен и так далее. Были бесконечные там столкновения военные. И поэтому более удобный путь был на севере. И вот в 1632 году был основан Якутск. Якутск сразу же стал главным операционным центром для России на всем Дальнем Востоке. Именно из Якутска уходили казачьи отряды и потом присоединяли земли, значит, к России. Ну, отряд Василия Поярка, в результате которого при Амуре. Ерофей Павлович Хабаров, это казак, который был из Якутска, значит, ушел на юг. Точно так же на север. Семен Дежнев, экспедиция за экспедицией. В результате этой всей работы огромные территории, значит, включая Аляску, были присоединены к России. Именно тогда Курилы тоже вошли в состав России. И именно якутский казак Стадухин, значит, в 1649 году первым вступил на Курильскую землю. Никаких японцев там и близко не было. Потому что японцы к этому времени приняли решение самоизолироваться. Вы помните это знаменитое их решение о том, что вот после того, как они столкнулись с европейцами, с португальцами, испанцами, увидели, что, во-первых, там есть военное превосходство, технологическое превосходство, а во-вторых, распространение христианства в некоторых своих формах, значит, оно привело к серии восстаний против императорской власти и так далее. Они решили, что контакты вредны, и закрыли свою территорию. Всем своим подданным императора и сёгуна, правителя, запретили выезжать за пределы Японии. Кто в это время находился за пределами Японии, не имел права вернуться назад. Значит, запретили строить большие корабли и стали жить своей жизнью, пытаясь отгородиться от всего мира. А где у них в это время была граница на севере? На севере они занимали маленький кусочек острова Хоккайдо. Тот, который на юге Хоккайдо. 5% всей территории. Дальше на самом Хоккайдо. А уж на Курилах тем более никаких японцев и не было. Там жили айны, значит, это народ, это абсолютно не японцы. Значит, это народ очень древний, который уже десятки тысяч лет жил на территории Дальнего Востока, еще со времен неолита, на древнего каменного века. Ни антропологически, ни лингвинистически по языку, значит, ни по культурным признакам он никакого отношения к японцам не имеет. Значит, вот они, айны, согласились добровольно перейти, войти в состав России. Им было это выгодно. Они приняли христианство. Значит, вся эта территория ко времен императрицы Екатерины II вошла в состав России. Она была Россией. Есть даже специальный указ императрицы, когда опубликовали в 1745 году карты России с Курилами в составе России. Было получено, поручено дипломатической службе известить все страны о том, что Курилы в составе России. Заметьте, 1745 год. Первые японцы появились на Курилах в начале 19 века, 1800-е годы. Почему они там появились? Ну, к этому времени в Японии тоже начали сомнения, правильно ли они политику или линию ведут по закрытию Японии. Надо, может быть, все-таки посмотреть на мир пошире, исследовать все, что есть вокруг и так далее, и так далее. Кроме того, они посчитали,
что Россия собирается напасть на Японию через Хоккайдо, с Курил. И поэтому они решили превентивно, значит, опередить Курил. Это была, конечно, чистой воды ложь, которую распространяли голландцы и другие, не заинтересованные в том, чтобы Россия вступила в контакт с Японией. Потому что только одна Голландия в то время, в связи с закрытостью Японии, имела право на торговлю с ней. И Россия претендовала. В 1793 году императрица Екатерина II послала туда делегацию для того, чтобы договориться об открытии японских портов и установлении вот отношений. Чтобы их сорвать, вот начали традиционно плести интриги, наводить наветы там и так далее, и так далее. И вот они захватили постепенно 4 южнокурильских острова. Но это было не оставлено без ответа. Но все мы помним такое... рок-оперу «Юнона и Авось», фильм на эту тему, Караченцева в главной роли, да. «Юнона и Авось» — это название русских кораблей, которые в 1806-1807 году были посланы Рязановым, такой был деятельный императорской России, освободить Южный Курил от японцев, так как японцы их незаконно заняли. И они освободили их, но не было возможности заниматься теми Курилами. Это, вы помните, начало 19 века, война с Наполеоном, война со Швецией, восстание декабристов, польские восстания, потом подавление там революционных движений по всей Европе. И поэтому, конечно, Дальним Востоком не занимались. Значит, вот с тех пор, как Юнона и Авось вернули эти Курильские острова, туда до Крымской войны были направлены всего лишь 5 российских кораблей. Все, больше там русские не появлялись. И, конечно, явочным порядком японцы пытались освоить эти острова. Это удавалось. В основном они, как вот сейчас говорят, вахтовым способом ловили рыбу и как бы превратили этих несчастных хайнов в своих подённых работников. Наступила Крымская война. Все мы знаем, что Севастополь, оборона Севастополя, Крым, героев наших знаменитых, значит, и рядовых, такие как матрос Кошка и адмирала Корнеилова и иных. Но ведь события эти на Дальнем Востоке проходили. Французская эскадра атаковала Петропавловск-Камчатский. Они захватили и остров Уруб курильский на Курилах. Конечно, как бы для России крайности стал вопрос о том, что надо как-то обеспечить снабжение своих восточных территорий. Аляска, Камчатка, Курилы, Алеутские острова. Значит, надо было открыть Японию, чтобы тогда же не было ни Транссиба, ни Приморья, не было в составе России, ничего. Был порт Охотск. Вот из Якутска в Охотск пешим путем, значит, потом по морям на восток. И понятно, что это означало потеря восточных территорий рано или поздно. Поэтому, чтобы договориться с японцами об открытиях порта, закупках у них необходимого продовольствия, снаряжения для наших восточных окраин, в 1855 году был подписан Симонский договор, где мы согласились, что японцы вот явочным порядком заняли 4 острова, пусть они к ним отойдут. Ну а потом события по-разному развивались, в конечном итоге они вернулись в состав России. Поэтому исторических оснований нет для того, чтобы отдавать эти Курилы, никаких. Это наша исконная земля, и наших предков там находится больше, чем этих японцев. И мы должны гордиться тем, что именно якутские казаки присоединили Курилы к России. Мы с вами говорим о историческом аспекте этого вопроса, но ведь есть еще экономические. Вот некоторые говорят, Курилы – это обуза, зачем они нам нужны, столько денег мы туда тратим. Значит, Курилы – это золотое такое как бы место. Почему? Там встречается океаническое течение, ну, одно из них известно – Курасива, другое – значит, северное течение, они между собой стыкуются, и именно в таких зонах образуется турбулента с воды, в результате которой получают, ну, почву, что ли, микроорганизмы, а следом за ними рыбы, водоросли и так далее. Это одно из 7 на нашей планете мест, которые наиболее богаты рыбными запасами. Одно из 7. 7 мест таких, ну, 10 мест таких на планете. Вот одно из 7 лучших – это, значит, именно вот эта южно-курильская зона, ну и Курилы в целом. Поэтому там рыбных запасов, которые можно вот так сегодня, значит, добывать на 2 миллиарда долларов, значит, а рыбная продукция можно получать 4-5 миллиардов долларов. Эта продукция все время дорожает и так далее. Кроме того, там большие запасы благородных металлов, ну, имеется в виду золото и этой группы. И самое главное, это единственное уникальное месторождение на планете, где есть такой металл, рений называется, рений. Значит, вот вы, может быть, слышали, сейчас запустили, значит, спутник,
такой какой-то сверхэффективный, сверхмассивный, значит, наш. Вот в нем впервые применены металлы рениевого сплавов. Это очень важно такое, это металл будущего. Значит, это все на Южных Курилах. Значит, то есть с экономической точки зрения, если с умом к этому подойти, значит, не так вот, как сейчас это все, будем говорить, запущено и так далее. Ну, справедливо ради сказать, там и ТОР создается, там внимание сейчас большое, конечно. Но, в принципе, это очень такое выгодное место в экономическом плане. А есть же еще и третий аспект, военный аспект. А тут Курилам вообще альтернативы нет. По большому счету, Япония не является независимым государством. Это протекторат Соединенных Штатов Америки. Значит, у них договор, где Соединенные Штаты Америки взяли на себя обязательство защищать Японию. Значит, они имеют право по этому договору вмешиваться во внутриполитическую жизнь Японии, применяя свои собственные вооруженные силы, которые находятся на территории Японии. То есть, на самом деле, мы привыкли, что это великая такая страна и так далее, но вот в данный исторический момент она находится под полным контролем Соединенных Штатов. В том числе, американско-японский договор, который был подписан еще в 1960 году и послужил основанием для того, чтобы Советский Союз отказался вообще рассматривать какие-нибудь вопросы с Японией по Курилам там, и так далее, хотя они настаивали на этом, было то, что они подписали договор, в соответствии с которым американцы имеют по своему усмотрению возможность создавать где угодно свои военно-морские базы. Вот всегда есть опасение, что такая база мгновенно будет создана на Курилах, направлена против России. Это значит Курильские проливы, через которые сейчас выходит наш флот в открытый океан. Ну, подводная лодка, значит, ее задача выйти в океан, они оказываются под контролем Соединенных Штатов Америки. Вот это такой аспект обороны, важнейший. Недаром в 1945 году, когда Курилы вернули состав Советского Союза, Иосиф Виссарионович Сталин сказал такую фразу, что раньше Курилы были средством нападения на Советский Союз. А почему он так говорил? Потому что когда японцы готовились нападать в 1940-е годы, во время Второй мировой войны, они сначала на Советский Союз хотели напасть, вместе с немцами. Но потом они изменили свои планы, потому что они оказались без нефти. Им надо было сначала захватить нефть в Южной Азии. А там американцы, они начали войну с Америкой. Так вот, они на Курилах создали целую серию военно-морских баз, планировали атаковать Советский Союз. Когда планы поменялись, они с Курил атаковали Соединенные Штаты Америки. Вот известный, да, Пёрл-Харбор, где японцы напали на Штаты и в течение там суток уничтожили почти весь американский флот. Величайшая трагедия в истории Соединенных Штатов Америки. Откуда туда японские военно-морские, военно-воздушные силы выдвигались? Курил. Значит, и вот поэтому он сказал, Иосиф Виссарионович, что это было средство нападения на Советский Союз. А теперь это будет средство нашей защиты и средство обеспечения нашего выхода в океан. Но разве эта задача изменилась? Нет. И поэтому, когда вот сейчас президент сказал, что мы прекращаем всякие разговоры, переговоры, то главный мотив, который был назван Министерством иностранных дел, это то, что мы опасаемся усиления военных связей Соединенных Штатов Америки и Японии, значит, в том числе антироссийских. И опасаемся возможности использовать Южные Курилы против России. Значит, этот аспект, он будет вечный. Поэтому нет никаких оснований вообще говорить о сдаче-передаче. Да потом, что это такое? Ну, давайте мы Боровицкий холм сдадим кому-нибудь. Почему та земля в центре Москвы нам дорого, а это нет? Наша. Так можно вообще вернуться вон в границы Московского княжества. Поэтому нет никаких оснований, я думаю, что и так и дальше должно быть. И такая линия должна быть везде. Ведь мало кто обращает внимание, только специалисты говорят о том, что уже в новейшее время, в 2010 году, мы потеряли 80 тысяч квадратных километров тоже богатейших рыбой территории в Баренцевом море. Это отдали норвегам, надеясь на то, что они будут вечными нашими друзьями. Вон они какие друзья, они один из самых главных деятелей в НАТО. И они наложили вето на нашу работу в районе Шпицбергена и так далее. То есть вот эти все уступки ни к чему хорошему не приводят. Ничего, мы ожидаем, что вот мы какие, значит, возьмите, значит, так, и будем жить в мире и дружбе. А получается все наоборот. Они воспринимают это, любые наши соседи, геополитического конкурента, как слабость. Значит, что-то может потребовать и так далее.
Тем более, что если вернуться к Курилам, в японском так истеблишменте, у них же зреют и другие мысли. А надо еще и Северный Курил, и половину Сахалина. И это все отголоски концепции, которую они выработали еще в конце 18 века, чтобы вообще Японию расширить, забрать Аляску, Камчатку и столицу Японии сделать на Камчатке. Я должен сказать, что народу японскому все эти курилы, все эти споры, значит, копья там ломаются, они ему не нужны совершенно. Подавляющее большинство даже не задумываются об этом. Это вот группа этих вот политиков делает себе имя там или еще что-то, и вот эту тему поднимает и все остальное. Поэтому надо вопрос закрыть один раз и навсегда.